Всем привет! С вами канал Мастер Шоу. 2015 год канул в прошлое, а 2016 принесет нам много интересных новинок. Все супергерои как сговорились и решили в этом году нас удивить обилием спецэффектов, сумасшедших трюков и головокружительных сцен. Кассовые сборы обещают быть колоссальными, ведь бюджеты фильмов тоже очень немаленькие. Мы для вас подготовили 5 самых ожидаемых фильмов 2016 года по рейтингу сайта Кинопоиск. Берите ручки, карандаши и отмечайте в своем календаре, чтобы ничего не пропустить. Поехали! На 5-м месте у нас обосновался отряд самоубийц. Это преступники, которых поймали супергерои. И сидят они, естественно, в супертюрьме. Но им дают шанс искупить свои грехи перед родиной. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они, вероятно всего, погибнут. Режиссер Дэвид Эйр собрал отличный актерский состав. Это Марго Робби, Кот Ис, Джаред Летто, Кара Делевин, Уилл Смит, Джай Кортни и даже промелькнул Бен Аффлек. Количество проголосовавших на сайте Кинопоиск более 58 тысяч. 97% из них сказали «Да, мы ждем этот фильм». А раз так, то и мы подождем до 4 августа и посмотрим, что же нас ждет. На 4-м месте тьма. Ведь события дней минувшего будущего оказали колоссальное влияние на мир и осталась захватывающая интрига. В это нелегкое время люди Икс столкнутся со своим самым опасным противником – древним мутантом Апокалипсисом, который и есть их папа. Существо, в схватке с которым решится судьба мутантов и всего человечества. В поисках способа победы над неуязвимым и бессмертным монстром, люди Икс узнают больше о происхождении своего вида. Но Апокалипсис неимоверно силен, и вероятность победы все уменьшается. Ведь он твердо убежден, что только сильнейшие имеют право на выживание. За этот фильм оставили свои голоса 95% из 60 тысяч проголосовавших. Премьера «Сей битвы» в России состоится 19 мая. Орки, люди, опять орки, все смешалось на 3-м месте, ведь здесь идет битва за место под солнцем. Режиссер Дункан Джонс потратил более 200 миллионов на то, чтобы мы увидели игровую вселенную Warcraft. Веками неприступные стены Штормграда и магия защищали людей от любых напастей, но древнее зло, побежденное и забытое тысячелетия назад, пробудилось. В самом сердце королевства открылся темный портал, и раса невиданных существ наводнила землю Азерота. Так начались события, призванные навсегда изменить судьбу этого мира. Как обещают создатели, это первая часть из серии Warcraft, за которую проголосовали 93% из более 67 тысяч пользователей. Сражение на больших экранах состоится 26 мая. История одного из самых популярных и неоднозначных героев комиксов Дэдпул осела на 2-м месте. Ведь здесь пойдет речь о наемнике, у которого неизлечимый рак всего организма. Уэйд Уилсон, так зовут героя, решает попробовать все способы выжить ради своей жены. Он соглашается на секретную программу вооруженных сил под названием «Оружие X», в ходе которой он получает суперспособности. Как развивались события дальше, вы узнаете уже 11 февраля. Под началом режиссера Тима Миллера и бюджетом чуть больше 80 миллионов. В главной роли снялся Райан Рейнольдс и получил 95% голосов из 70 тысяч проголосовавших. Ну конечно же, Зак Снайдер, кто же еще мог потратить более 400 миллионов долларов на то, чтобы выяснить, кто круче, Бэтмен или Супермен. Опасаясь, что действия богоподобного супергероя так и останутся бесконтрольными, грозный и могущественный Страж Готэма бросает вызов самому почитаемому в наши дни спасителю Метрополиса. В то время как весь остальной мир решает, какой герой ему по-настоящему нужен, и пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит человечество под самую большую опасность, с которой оно когда-либо сталкивалось. Как стало ясно из последнего трейлера, в конце они все-таки будут сражаться вместе. И увидим мы это 26 марта. За фильм «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости проголосовало 93% и 75 тысяч человек. Мы и дальше будем держать вас в курсе о новинках кинопроката, а вы не стесняйтесь ставить лайк и делиться с друзьями этим видео. Также смотрите другие наши видео, за что мы будем вам благодарны. С вами канал Мастер Шоу, подписывайтесь и запасайтесь попкорном. До новых встреч!